А над персонажем Чебурашки, как очень необычным, я, пожалуй, бился больше всего времени. Ну и вот, в конце концов, он получился и стал очень популярным. А сколько вот примерно по времени вы его придумали? Это год, два или это несколько месяцев? У нас обычно подготовительный период занимает примерно полгода. И одну часть мы делаем около года.